Здравствуйте, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Хотела бы вам показать, правда, уже поздно. Вот миндаль наш, посмотрите, это уже облетело все почти. Сегодня сильный ветер тоже был и дождик. Немножко покрапал дождик. Не успела заснять, но вот этот весь куст был у нас в цвету вообще полностью. Это была такая красота. Но сейчас много посадок, посевов. И я не успела. Простите меня, поросенка. Это был просто шарик. Листьев вообще не было листьев, а только одни цветочки. Вот представляете, да какая красота, как природа создала такую красоту. Представляете? Березы уже вон листочки выпустила, сережки уже. Уже пора садить картошку. Но мы уже ее посадили. Вот природа оживает. Птицы там что-то верещат. Представляете, такая жалко, конечно. Ну, вообще, такой шарик был весь в цвету. Ну, наши елочки. Наши елочки, елки. Ну, вот мы с вами уже зашли на огород. Дёрен еще только-только пробуждается. Ну, ничего, скоро распустятся листочки. Так, что еще хотела вам показать? Ну, все пробуждается. Вот эти пролески отцвели уже. Купальница тут вот уже выходит. Скоро будут цветочки. Ну, пока хоста вот тут вот у меня, видите? Хосточка. Гортензия тоже начинает уже. Почки выпускает, листочки. Ну все, потихоньку пробуждается. Тут вот у меня лилии. Это вот мускарики тут. Мускарики. Сейчас поближе подойду. Вот, представляете, мускарики чуть-чуть попозже зацвели. Мускарики. Такая красота. Вот тут у нас картофельное поле. Пятачок. Потом бадан вот начинает. Чуть-чуть прям дожичек. Я думала, сегодня ливень обещали, но ливня такового не было. Только чуть-чуть прям побрызгал. И все, дожичек. Ну, обидно до слез. Где-то заливает, а у нас тут вообще ничего нету. Ну вот бадан у нас тут. Тут лук-батун. Хотела показать, посмотрите, как у нас груша цветет. Груша. Вообще аромат стоит. Просто обалденный. Тоже быстренько тороплюсь сейчас заснять, чтобы... А то уже облетают листочки. Вот видите, вся в цвету. Сейчас эту покажу грушу тоже. Ой, прошлый год груши не было. Сегодня, может, в этом году будет. Вон, видите, сколько. И я попозже снимаю. Ветер маленько утих, а то весь день дул, как сумасшедший. Вот тут тоже у меня баданчик. Баданчик под грушей. Воды нет, конечно, он такой дохленький. Если бы вода была, так полить его он вообще... Тут вот у нас древовидный пион уже выходит. Виктория почистила лучок. Ой, чесночок тут. Видите, сколько всего. Так, сейчас покажу вам капустку. Вот видите, капустка у нас какая тут. Такая капустка, надо сейчас прикрыть ее. Да, в принципе, уже надо не прикрывать. Ну, все равно. Высаживать скоро буду ее. Вот водичку дадут, буду высаживать капустку. Капуста хорошая. Попозже покажу вам. У меня уже выходят арбузы. Арбузы. 5 мая мы садили. У нас сегодня среда. Так, 9, 10, 11 у нас сегодня. Ой, соврала. Сейчас вам покажу. Сейчас
Сеяли мы их с вами 5 мая. Посмотрите, видите, сколько арбузиков. Ну, я только с края тут открыла. И там тоже вон всходит. Вот завтра, наверное, полью. Я их поливала. Вот видите, пожалуйста, уже всходит. Потом прикрою. Так, что у меня тут еще? Посмотрите, как цветет слива. Владимир Павлович говорит: Клавочка, что ты не поснимаешь, скоро облетит. Представляете, листьев не видать. Листьев. Такая вся красивая. Такая вся нарядная. В белом. Вся стоит в белом. Вообще, это что-то. Такая прям, смотришь и не насмотришься никак. Такая красота. Да, дынек еще нет, я смотрела. Дынек нету. Вот тоже слива. Она какая-то у нас корявая, но вкусная. Я из нее компотик варю. Прошлый год такую чашечку набрала и сварила компотик. Ну, тоже цвет набирает. Как только распустится, я вам обязательно покажу. Это огурцы еще не садила. Все готово. Ну, еще только 11 мая. Да. Все пробуждается, просыпается. Быстренько торопится расти. Потому что лето очень короткое. Надо быстренько успеть. Расцвести, показать свою красоту. Тут у меня лилии, розочки. Так что вот такая вот красота. Воды нет еще, Палыч там никак не может бассейн обработать. Ну ладно, будет еще вода. В выходные, может, дадут. Вот тут розочки наши. Мне посоветовали один мужчина, подписчик, говорит: вы посадите чеснок между розами и забудете, что такое болезнь. Ну вот я осенью посадила. Зелененький это вот чеснок. И посмотрим, прав ли он или не прав. Надо. Будем эксперимент проводить. Фламинго. Цветок покрасила свой. Покрасила цветок. Сейчас пойдем в теплицу с вами. Покажу вам, что у меня тут. О! Вот посмотрите, сколько еще рассады всякой разной. Я посадила уже помидоры. Помидоры. Еще не все высадила, потому что тут у меня китайские. И мне Олечка давала, подружка. Крупные. Буду садить и в грунт. А тут вот посажу в этом году перец. Здесь у меня на правой стороне были помидоры, на левой перец. А я их сейчас местами... Я всегда их меняю местами просто. Вот представляете, вот и устомка. Сколько еще надо высаживать. Ну ладно. Все будет... Опля, все будет у нас хорошо. Вот чеснок. Посмотрите, как зимний. Вот тут вот лучок садила. Вот лучок уже посыпала навозиком. Ветра сильные. Навоза как будто нету. Вот три грядочки у меня с луком. Там две грядочки у меня с морковкой. А одна грядка будет для свеклы. Вот тут Вероника колосистая. Водосборник. Так, пойдем поближе. Земля сыроватая маленько. Вот это вот Вероника колосистая. Заколосилась. Вот это вот водосборник. Аквилегия, как ее еще называют. Это тоже Вероника колосистая. Там дальше посадила георгины. Ну, все, высаживаю потихоньку. Так, вот это наши розочки, которые были куплены. 5 штучек. Надо их уже высаживать. Они на улице у меня стоят. Тут вот лилии у нас выходят.
Тут все лилии. А тут у нас лилии и эти, как их, господи, пионы. Вот видите, как я их мочевинкой подкормила. Но, правда, не поливала, воды нету. Ну, так смочил дожичек немножко. Вот такие у нас пионы уже вымахали. Тут вот тоже у меня клумба всякая разная, чего тут только нету. Сегодня тут маленько порядок навела. Посеяла цинии вот тут вот. Там тоже у меня вот два куста пионы. Там вот зелененький у забора Вероника колосистая. Это вот у меня лилии тут. Вот Владимир Павлович, посмотрите, какую клумбу сделал мне из бордюрчиков. Ну, вот такие вот красивые у меня тут они вот клумбочки. Дом-дом, милый дом. Вот так вот. А скоро эти петуньки буду высаживать в вазоны. Тут вот у меня цветы буду садить. Тут вот два куста крыжовника. Еще так два много. Уберу один. Хотела сейчас убрать. Да что-то все рук не хватало, чтобы один... Можно сказать, я подружке обещала. Даже двум разделю и отдам им. Крыжовник очень хороший, сладкий, вкусный, темный, темно такого бордового цвета. Так, вот тоже он мне сделал клумбу, Палыч, для эустомок. Буду здесь всегда садить эустомки. Да, так, все, в порядок привожу. Вот тут вот тоже клумба у меня такая. Чё попало на толкана? Вот, видите, зелененькие вот эти вот. Это седум, очиток. Это из черенков я вырастила. Один соседке отдала. И вот там еще между... Это овсяница сизая и Вероника колосистый тоже. Это у меня там тоже очиток. Вот видите? А вот у меня, как говорится, маточный куст. Вот он. А тут вот в этом таком пластмассовом беленький. Это у меня купена. Купена. Вон как уже разрослась. Тут вот мне Палыч сегодня... А, вот сейчас покажу вам. Вот он тут сделал бордюр возле этой тропинки. Вот так вот бордюр сделал, чтобы земля на тропинку не попадала. Вот посмотрите, как аккуратно все сделал. Что, с руками, мужик? С руками. Вот тут он сделал мне эту клумбочку. Я буду садить сюда чего-нибудь такое красивое. Не знаю пока что. Что? Вот у меня тут тюльпанчики зацветают. Вот видите, всякие тут разненькие. Он уже бутончик набрал, видите? Вот он красавец какой. И тут вот у меня все. Клумбочка. Сюда земельки в этом году добавили. Вот. Ну, так вот потихоньку все распускается, пробуждается. Тоже вот пробуждается. Вероника колосистая тоже насадила. Пусть это многолетник, пусть растет. А вот это вот из земли выходит. Это как ее хосточка желтая. Вот она, видите? Хосточка желтая. Ну вот и елочки отходят вроде. Там вот зелененькие эти пупочки. Видите, вот пупочки. Вот. И прикрытая была. И я не знаю, что вот она. Ну ладно, отойдет. Это вот чесноки декоративные у меня тут. А это тоже отходит. Но пока плоховато. Ну, отойдет. Все будет хорошо. Так, пойдемте с вами сюда. Это у нас виноградик. Сегодня здесь вот у забора посеяла цинии. Привела тут в порядок свои эти, как их... О, господи. Такую клумбу сделала.
кирпичи там были ломаные. Владимир Павлович говорит, давай бордюры. Я говорю, не надо сюда бордюры, так пойдет. Ну вот, сделала маленько, чтобы вода не разбегалась. Вот, пионы порыхлила. Вот так вот порыхлила, навела тут, короче, порядок. Ну вот, все, такая у нас тут красота. Самое главное, арбузы как взошли. Ой, как хорошо. Представляете, бочка, не обращайте внимания, бочка. Такая вот у нас тут дача. Дача, скоро яблоня цвести будет вот это. И это яблони лет 25, наверное. Вот, вот вообще такая старая, и через каждый год, через год вот так вот она дает нам яблочки. Палыч, ты куда побежал так быстро? О, Палыч, как быстро побежал. Всем привет. А? Я добавил дров туда. И веник замочила. Вот, вот у нас вот такая вот тоже красота. Хорошо на даче. Вот и груши наши цветут. Ну, ладненько. На этой нотке будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Заходите на наш канал.